переходим на сайт YouTube TV, раскрываем меню и переходим в настройки. Кликаем на привязку устройства, после чего генерируется уникальный код. Далее открываем YouTube на вашем мобильном устройстве и переходим в его настройки. Переписываем код, который изображен на странице YouTube. И добавляем. Если у вас появился этот значок, значит вы все делаете правильно. Ну и запускаете свой видосик. Можно управлять громкостью и перематывать видео. Всем пока, спасибо за просмотр.